лохматой души плаваешь? Греби в ту сторону. Давай, давай, греби. Я там уже проверила. Пошли в другую сторону. А, ну да. Ну что, пошли дальше? Как тебе удалось чистенько пройти? По бобоку. А посередине как? Ну, как вы понимаете, ребята, мужикам моим, которые разносят корм и воду, им по обочинке не пройти. Они идут посередине. И именно поэтому так трудно. Друзья, нам нужен бой, нам нужны плиты, нам нужны доски. И еще нам очень-очень нужно провести сюда свет. Друзья, нужна ваша поддержка. Здесь нет света, ребята. Поэтому очень трудно. Сюда необходимо провести в этом году свет. Я прошу вас понять нас, пожалуйста. 3000 животных. У нас денег сейчас хватает только на то, чтобы оплатить электричество, потому что мы делаем сами корм. Накормить животных. Ребята, нам нужна ваша помощь. Друзья, команда у меня хорошая, добросовестная. Делают все на совесть. Но это адский труд, очень тяжелый. И мне всегда очень хочется облегчить ребятам работу. Поэтому, ребята, в этом году у нас планы. Отсыпать хорошо дорогу. Провести сюда свет. Здесь, в этой части, у нас нет света. Ни одного прожектора зимой. А мы тонем. Мы тонем. Здесь не пройти, не проехать. Не представляю, как мужики носят здесь корм. Это куча снега. То, что убирали с вольера всю зиму. Теперь это лед. Сейчас мы его разгребаем и раздалбливаем. Ужас. Ну, вот так форсируем. Вот так ходим. Что будет недели три? Будет недели три еще. Ну да, целая неделя будет дожди, дожди, дожди. Слава богу, мы купили зимой два насоса. И эти насосы нас сейчас очень сильно спасают. Да, ребята. Ой, как хорошо, вода текет к нам, а? А там насос стоит и качает. Ой, ребята, ребята. Жуть. Это ужасно. Текет, ребята, отовсюду. Течет и течет. Где только можно. Течет лед, который мы зимой выгребали из вольеров. Сейчас все это убирается, сгребается. Мусор в одну сторону, лед раздалбливается и раскидывается. Очень тяжело, ребята. Очень-очень тяжело. Очень хорошо раздолбили этот пролет. Просто очень хорошо. Я надеюсь, теперь быстрее все растает. Так, хорошо, мальчики. Теперь кормим. Друзья, весна всегда страшна. Всегда страшно, когда все это тает, вылезает. Страшно, когда все разморозилось. И вот такая баба получается. Господи, ребята, каждый проход закрыт. Представляете, как людям здесь тяжело работать? Прошу помощи, друзья. Прошу помощи. Друзья, чтобы выгрести вот этот лед и очистить пролеты, нам нужен трактор. Но стоимость трактора 20 тысяч. Может быть, вы поможете нам хоть на сутки заказать трактор, чтобы убрать вот этот лед. Чтобы хоть немного разровнять здесь и сделать по новой дорожке для людей. Чтобы они могли проносить воду и корм. Друзья, нам очень-очень нужна ваша помощь. Ходить, конечно, тоже осторожно. Не представляю, как работают мои мужики. Я не знаю. Ребята, это адский труд. Адский. Вы представляете, накормить 3000 животных и пройтись по вот этим болоту, по вот этой воде. Друзья, слава богу, дети находятся на деревянных настилах. Что мой золотой? Вода есть. Немножечко поддонов наложили.
Если бы не было деревянных настилов, ребята, собаки сидели бы по живот в воде. Вода идет с леса, вода идет с полей. Спасает то, что наши ребята на деревянных вольерах поднято над землей. Вы представляете, что было бы, если бы это все пошло через детей моих, а? Дай Бог здоровья всем, кто нам помогал, кто помогает. И я очень надеюсь, кто-то отзовется и поможет еще. Нам нужна помощь, друзья. Нам очень-очень нужна помощь. Невозможно. Сейчас убираем вдоль вольеров наледь, чтобы быстрее все таяло. Вот, вольеры прочистили. Осталось убрать вот эту наледь. Но ходить, ребята, практически невозможно. Друзья, нам очень нужны плиты. Плиты БУ можно, чтобы мы могли сделать хотя бы тротуары для того, чтобы возить корм, ребята. По глине с такими тележками сейчас проехать практически невозможно. Сохнуть будет еще несколько дней, но сейчас, ребята, такое болото, что ходить и ездить. Ну, так, как мне? Я стою на доске. Вот, а как мне шагнуть дальше? Я боюсь. Ну, все. Вы представляете, как здесь ребятам ходить с ведрами? Представляете, ребят? Невозможно, ребята. Вот видите, под низом лед, здесь немножко сена. Но видите, что творится. Я утону, я дальше я не пройду. А как здесь ребята с тележками ходят? Как они корм носят и воду? Друзья, у нас очень тяжелое положение. Пожалуйста, отзовитесь.